партияның саясатына кірісіп атқанымыз жоқ. Өзіміздікі. Біз депутат сайлайық деп атқанымыз жоқ. Біз төл өзіміздің баспанамыз үшін күресіп атқан адамдарымыз. Бермеуге. Год назад земельная инспекция Южно-Казахстанской области вынесла предупреждение владельцам земли в микрорайоне Нуртас о том, что если они не построят на участках дома, то будут обязаны вернуть их государству. После этого жители стали воздвигать жилища, а теперь узнали, что должны продать их за бесценок государству. Надо было вначале сказать, что не нужно строить, мы бы не стали тратить деньги. Теперь хотят, чтобы мы освободили эти земли. Мы уже не молодые, куда нам теперь идти? Остается только умереть тут. К недовольным нуртасовцам вышел исполняющий обязанности начальника отдела земельных отношений Шымкента и попытался изменить мнение вставших на защиту своей земли горожан. Согласно генплану, в микрорайоне Нуртас изъяли 280 гектар земли в прошлом году. В этом году планируется изъять 39 гектар, это те самые 301 участок. Но жители могут не волноваться по поводу оценки. Рыночную стоимость земельных участков будут оценивать независимые компании. Успокоить жителя микрорайона Нуртас чиновнику не удалось. Жители продолжают настаивать о своем праве на участки и дома и обещают до конца добиваться справедливости.